Наталья и Александра Медведковы вошли в число семей, которых наградили медалью за любовь и верность. Супруги вместе 28 лет. Познакомились на заводе «Прогресс». Работали в одном цехе. По словам Натальи и Александра, их секрет семейного благополучия – это любовь, доверие и взаимопомощь. За годы брака воспитали 15 детей, 12 из которых приемные. Сегодня супруги уже в статусе бабушки и дедушки. Помогают растить внуков, хотя еще продолжают воспитывать младших 9 детей. Стараемся детей объединить, и никогда мы не делили приемных и кровных детей, потому что как бы это нереально, потому что многие приемные дети приходили совсем младенцами, и мы их родили. Как это они будут чужие? Они же не чужие, они же такие же рожденные сердцем. Рожденные в нашей семье. Сегодня в День семьи, любви и верности награду за любовь и верность вручают семьям, которые состоят в браке более четверти века и внесли вклад в развитие Самарской области. Торжественная церемония чествования семей прошла во дворце бракосочетания. Собравшихся поздравила в Рио вице-губернатора Вячеслав Романов. Я хочу пожелать вам крепкого здоровья, семейного долголетия, чтобы ваш пример, когда вы многие годы идете рука об руку, помогая друг другу, поддерживая друг друга, являясь примером для других, чтобы таких примеров на Самарской земле и в России как можно было больше. Счастья, любви и взаимопонимания. С праздником! Торжественная церемония завершилась гимном семьи. По решению президента России этот год в стране объявлен годом семьи. Его цель – сохранение и защита традиционных семейных ценностей. Галина Топилина, Григорий Плешаков. События.